В дальние районы Ульяновской области можно добраться не только на автобусе, но и на поезде. Всего по региону курсируют 13 пригородных поездов. С прошлого года началось обновление их подвижного состава. В этом году оно продолжено. Так, с 13 марта по рабочим дням начнет курсировать новый пригородный вагон по маршруту Чуфарова-Инза. Комфорт, безопасность и удобство для пассажиров – вот его главные составляющие. Это стало возможно благодаря поддержке правительства Ульяновской области, Министерства транспорта Ульяновской области и Куйбышевской железной дороги. Новый вагон, он российского производства, его производит Тверской вагоностроительный завод. Стоимость для пассажиров не изменится, составляет 173 рубля за проезд. Двери в новом вагоне автоматические. При посадке ступеньки выдвигаются, что будет особенно удобно для пожилых и маломобильных граждан. Кроме того, есть подъемники для кресел-колясок, а в салоне специализированные места для их крепления. Вагон очень удобный, очень отличается от старых вагонов. Имеет 60 посадочных мест, имеет комфортные кресла, имеет розетки для зарядки телефона, также подключение наушников будет у каждого пассажира. В вагоне имеется система кондиционирования воздуха, имеется система аудио-видеотрансляция. Новый пригородный вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне мягкие сиденья, широкие багажные полки, светодиодное освещение и информационное табло. Два биотуалета находятся в конце вагона. В санитарной комнате имеется специальное оборудование для маломобильных граждан. Для безопасности пассажиров в вагоне есть видеонаблюдение. Дополнительная съемка будет вестись и на видеорегистратор, которым снабдят каждого проводника. Также при необходимости каждый пассажир сможет вызвать хозяйку вагона при помощи нажатия на специальную кнопку. Купе проводника тоже снабжено по последнему слову техники. Для работы проводников очень стало удобно. Во-первых, компьютеризировано все. Можно наблюдать двери, открытие дверей, вода, освещение, климат-контроль регулировать. У нас есть здесь система и как в ручном исполнении, так и в электронном. То есть и так в случае каких-то технических проблем, то есть здесь все предусмотрено. Кроме того, в купе проводника есть кулер с водой, микроволновая печь для пассажиров. В дальнейшем подобные вагоны появятся и на других пригородных направлениях. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.